Если в вашей жизни пошел дождь, сосредоточьтесь на цветах, которые зацветут благодаря этому дождю. Здравствуйте, дорогие зрители и друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз зашел к мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. И сегодня мы в мире цветов. Я вам сегодня покажу не только орхидеи, но и другие растения прекрасные. Прекрасная нарбона. Она отличается. Вот тут вот если есть дуга, это значит нарбона. Вот нежная. Нежная, красивая. Так, и за ней стоит желтенькая. Тоже нежная-нежная. Какие вены реки, да? Белая, большая, уже интересная, нежная. У всех 1390. Желтенькая, такого лимонного, бледного лимонного цвета. Изумительная красотка. Эти фиолетовые пятна. Интересно, где, да? По бокам. Видите? И сейчас покажу другую. Тоже белая. Смотрите, пятнышки. Вот видите, как расположены. По прямой линии. Интересная, да?
вот это вот свежий новый привоз. И вот еще новый привоз, не успели распаковать. Очень большая. Вот, считайте, смотрите, моя рука. И вот цветок большой. Яркий, красивый. Вот нежно-белая зефирка. Это не название, это я просто так называю зефиркой. Так, и вот еще тоже новый привоз. В целлофане плохо видно. Сейчас я. Вот. Красотка. И вот еще новый привоз. Вот. Тоже еще не успели распаковать, потому что поедут по другим магазинам, по филиалам. Друзья города Кунгура, приходите за такой красивой красотой. Так, и еще сейчас последнее. Сейчас посмотрим. И вот еще последнее. Сейчас я к свету подойду. Значит, она тут темнит. Нет, как-то она не так здесь. У нас светлей. Но камера не так передает. А когда переворачиваю, посмотрите, тут вот желтые сзади. Интересно, что за сорт. Сейчас я к свету ближе подойду. Вот. Вот. Сейчас пойду к свету поближе. Вот видите, красавица. Вот видите, а сзади желтые. Интересный сорт. Очень интересный сорт, не знаю название. На двух цветоносов. Второй вот еще только начинает. Сейчас посмотрю корни. Если понравится, то, ну, не знаю, возьму, не возьму. Сейчас посмотрим, подумаем. Здесь не только орхидеи, и другие есть растения красивые. Вот сейчас спустимся вниз. Здесь много агланемок. Вот, смотрите. Так. Дорогие агланемки. Так. Красотки.
Вот интересно. Так. Вот, вставать не буду. Так, цена. Так. Нет названия. Индаксы. Какая-то что за растение, интересно. Так. Вот этот интересный. Тут нет названия. Но нет, есть. Эсхинантус. Очень интересные кудрявые такие листочки. Микс 640. Вот это цветущие растения. Вот видите, начинают цвести. Красивый. Он мягкий-мягкий такой папоротник. Мягкие, как лапки у зайки. Такие листочки. Налина.
Сансевьерия. Смотрите, собирается распускаться, видите, красненькая. Так, а что у нас такое интересное? У нас Плениум Лесли. Как тут? Интересно, да, растение? Так, сейчас развернемся. Вот два таких больших стоят. 1200, 1230. Так, здесь еще у нас растение. Наталья, вот ты продала банана тут, смотри, банан Тропикана, какая цена. Маленький. Ну, тут малютки стоят. Пеперомия. Смотрите, какой листик интересный. $300. Ну, здесь такое же. Пелея маленький совсем. А это что за крошечка такая? Интересная. Так. А вот это что у нас? Что за папоротник? Так, и вот здесь еще у нас растение. Смотри, какая кава. И посмотрите, какой филодендрон красивый привезли, он большой-большой.
это что у нас? Цена 700. Интересно, что за растение вот это вот? Друзья, кто знает это растение, напишите. Так, разворачиваемся. Написано. Так, это что у нас? А, это подставка. Какое-то растение 520. Золотые, да? Это поменьше кустик, соответственно, подешевле. Ну, это большой фикус, соответственно, и цена. Уже большие, крупные, крупномеры, большие растения. Они там все за 5 стоят. Вот вообще вон, с меня ростом. Давайте еще вам быстренько горшки пробегусь, покажу. Какой-то этот набор красивый этот. Смотрите, горшочек как сумочка. Интересно, да? И вот тоже горшочек как сумочка. Это глина. Слышите, стучу. Глина. Башмачок.
Какие корочки с петушком интересные, да? А вот видите, вот смотрите, вот сюда можно кактусы посадить маленькие. Видите, как интересно. Все из глины. Сейчас спустимся ниже. Здесь можно композиции делать. Орхидейки или флорариум. Интересно, да. Фиалки вот такие интересные. Розочки. Красавица азалия. Там бледно-розовая. Ну, на этом, мои друзья, будем прощаться. Не успею сказать до свидания, как уже по вам соскучусь. Пока-пока, ваша Оля. Ароматного, цветочного, нежного вам настроения.